Кремле прошли переговоры Владимира Путина и Нарендры Моди. Премьер-министр Индии прибыл в Москву накануне. На официальной части переговоров Путин и Моди сделали несколько заявлений. По словам российского президента, отношения двух стран носят характер особо привилегированного стратегического партнерства. Он поблагодарил Моди за попытки найти пути к решению украинского кризиса, прежде всего мирным путем. Сегодня наши отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнерства. Я благодарен вам за внимание, которое вы уделяете наиболее острым проблемам. В том числе пытаетесь найти какие-то пути к решению и на украинского кризиса, и, конечно, прежде всего, мирным путем. Российский глава отметил, что за 2023 год товарооборот России и Индии увеличился на 60%, а за первый квартал текущего года увеличился еще на 20%. Владимир Путин также пригласил Нарендру Моди этой осенью в Казань на саммит БРИКС. Как заявил премьер-министр Индии, бомбы, ракеты, винтовки не могут обеспечивать мир. Он заявил, что Индия готова к любому содействию в установлении мира в Украине. Мы считаем, что война – не решение. Решения не могут быть посредством войны. Бомбы, ракеты и винтовки не могут обеспечивать мир, поэтому мы делаем акцент на диалоге, и диалог необходим. Он указал, что любой верящий в человечество человек ощущает боль, когда умирают люди, и особенно ни в чем не повинные дети. Моди также выразил благодарность президенту России за энергетическое сотрудничество. По словам индийского премьера, страны смогли контролировать инфляцию и помочь гражданам, обеспечив им стабильность. Накануне Путин и Моди встретились в резиденции российского президента. Там они на протяжении 4-5 часов обсуждали все вопросы, в том числе обменивались мнениями в открытом ключе по тематике Украины, рассказал индийский премьер. Помимо переговоров, президент России наградил индийского премьера высшим государственным орденом Российской Федерации, орденом святого апостола Андрея Первозванного. Указ о награждении был подписан 5 лет назад. Церемония награждения прошла в Большом Кремлевском дворце, где Путин и вручил Моди высший орден. Последний раз Нарендра Моди посещал Россию в 2019 году, совершив поездку во Владивосток. В российской столице индийский премьер не был почти 10 лет, с 2015 года. Жаля Гусейнова, CBC.